Не думай о природе свысока, настанет время, сам поймешь, наверное, все в жизни от букета до венка. Растения, 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 у каждого растения свой сезон и мудрое латинское название. Растения раздают кому озон, кому дыхание, а кому чихание. Из крохотных растений соткан борщ, что он без них вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни жрешь замученные мертвые растения. Растенье роза — это для любви, для сердца валерьянка есть растение, а есть растение типа конопли. Растение конопля для вдохновения. У каждого растения свой век и принципы свои осеменения. Но страшное растение человек уничтожает прочие растения. Но в общем-то не нам его судить, пришибленного жизнью неврастенника. Настанет время, и взойдут на дни. Растения, растения, растения. Все, придется второй раз встречать. Мы же твердили.